don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. По-моему, я все равно лучше получаюсь. Не, ну смотри, я явно лучше. Где? Ну вон. Где у тебя морщины на лбу? Слушайте, может начнем уже сниматься? Да. Ну, вообще-то надо предупреждать. Заранее, да? Ну, конечно, вообще. Всем привет. Это программа «Девятый ряд». И с вами ее ведущие Анна Муслимова. Евгений Ломовцев. Здесь вы узнаете о самых свежих новинках большого экрана нашего города. Я надеюсь, что вы ждали нашей встречи, ведь мы встречаемся, как всегда, в кинотеатре «Киномакс» один раз в неделю. Для того, чтобы рассказать вам о фильмах, на которые реально стоит сходить. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Мы начинаем. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Ай, ну может хватит уже, а? Ну, боже мой, ну ведешь себя как ребенок, а? Я не веду себя как ребенок, это моя природа. А природу, как известно, нельзя сдерживать. Ее надо вот так вот выплескивать. И вообще, что хорошего? Пожалуйста, в нашем новом фильме «Геошторм» пытались они сдержать природу. И чем все это закончилось? Ну как чем? Ведущие страны мира объединились и создали сеть спутников, которые помогают регулировать климат на Земле. Ну и что вы думаете? Конечно же, их кто-то взломал и превратил это все в оружие, которое... теперь угрожает что всему населению Земли. Что там только не было, вы себе не представляете. Что там только не было, да, штормы, боже мой, ураганы, цунами, падают замороженные птицы с неба, потому что глобальное обледенение. Ой. Это очень страшно. Там и такие очень съемки, круто. Там такие кадры. Вы можете прямо сейчас все это посмотреть в маленьком трейлере. Фильм «Геошторм». Смотрите, смотрите. Сенатский комитет заслушает Джейкоба Лоусона, главного координатора Международной климатической станции. Внесите в протокол, что он опоздал на целый час. Да, прошу прощения, мне пришлось лететь из космоса, буквально. Благодаря системе спутников, природные катаклизмы остались в прошлом. Человечество контролирует погоду. Господин президент, один из термосферных спутников вышел из строя над Афганистаном. Что вы предлагаете? Нужно отключить все спутники. Все мы знаем, сколько людей погибло из-за погодных аномалий. Такое не должно повториться. Ты снова летишь в космос? Я вернусь. Обещаю. Удачного полета, сэр. Только не поломайте тут ничего. Запуск главного двигателя. Это мистер Джейк Лоусон. Тот самый Лоусон? Вы выглядите старше, чем я думал. Ну, в смысле, из-за бороды. Я уволен, да? Мой доступ закрыт. У спутника связь глючит, бывает. Но только не у всех сразу. Это не сбой. Кто-то взломал систему. Похоже на глобальную климатическую катастрофу. Геошторм. Мы должны отрубить систему. Код отмены есть только у президента. Помоги мне. Просишь секретного агента совершить преступление? Серьезно? Мы что, похищаем президента на такси? Джейк, ты наш последний шанс. Три. Два. Один. Давай, детка. Вы понимаете, что это госизмена? Измена. Ах да. Похитил президента. Раскрыл гостайну. Я ничего не забыл, милая? Милая? Держитесь! Женись на ней. Анюта, вот у меня есть к тебе маленький вопросик. Давай. Скажи, ты любишь фильмы, где есть погони, перестрелки, золото, там, сокровища, мумии и много-много... Новый «Индиана Джонс» вышел. Да. Нет. Да, да. Лара Крофт. Снова нет. Ну кто тогда? Вышел новый мультик, и называется он
Тед, путешественник и тайна царя Мидаса. Главный герой со своими друзьями отправляется на поиски беспринципного злодея, чтобы сорвать его зловещие планы. Ну и, конечно же, спасти свою любимую. Посмотрим, получится у него это или нет. Тед, ты целовал эту девчонку? Это Сара! Тед, не терпится тебя увидеть. Мне тоже. Ого! Старые друзья! Тед! Сара! Я так рада тебя видеть! Дамы и господа, я с гордостью представляю вам свою самую замечательную находку – папирус Мидаса. Вот она! Если это ожерелье существует… Золотое прикосновение Мидаса! Дар превращать в золото все, до чего дотронешься! Найди меня! Будь спокойна, Сара. Тед Стоунс идет по следу. О, нет, ты со мной не идешь. Иду! Нет! Да! Нет! Да! Я король мира! Ну-ка, здесь! Отдай мне блокнот, или больше ее не увидишь. Я не чувствую ног! Мои ноги! О, нет! Ты позволила этому олуху бежать? Он просто гений, сэр. Профессионал. Не хочу умирать! Ты и так мертвый! Беги! С дороги! А это что за штука? Вот веселуха! О, простите, я так делаю, когда меня... Где твое чувство собственного достоинства? Да глянь, ты куда это крутишь? Сейчас вот у наших телезрителей голова закружится и вообще уйдут они от экранов. Да ты не права, пусть ну крутят. Как? Это даже к лучшему. А вдруг кто-то на той неделе еще не посмотрел фильм «Салют 7»? Если вы не видели этот фильм, это же наши герои. Мы обязательно должны вообще быть патриотами и смотреть такие фильмы. Да. Ну, а вот это вот все было, потому что мы очень хотели вас погрузить в эту атмосферу космоса. Ну, мы думаем, что там именно так. Фильм «Салют 7» еще продолжается на этой неделе в кинотеатре «Киномакс». Это наша станция «Салют 7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. А это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров, вместимость 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Я же лучший инженер. Одну лампочку только заменю и сразу обратно. Лучшего инженера не посылают просто лампочку мне. Кто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом? Мне подходит. Они созданы для дела, которое сейчас делают. И это касается их чести. И чести их страны. И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Гаси скорость, врежемся! Твою же мать! Надо их возвращать, черт возьми. Люк закрывай! Давай, люк закрывай! Ветер! У нас пожар на корабле. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Ищем везде! Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода! Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Скажи, что там такого в твоем этом проклятом космосе? На что ты применял нас? Я никуда один не полечу. Мы тебе приказываем. Надо только раздолбать этот корпус. Зачем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать его. Ну что, по маленькой? На Земле же такой закон. Тоже на Земле. На нас не распространяется.
Значит так, на этой неделе у нас природные катаклизмы, аномалии, затопления, космонавты и мультфильм. Вот. Да. Вот, все. Так что сами выбирайте, куда сходить на выходных. Ну, или сводить своих детей, или, например, подружку. Да, на этом наша программа подошла к концу. С вами, как всегда, были Евгений Ломовцев и Анна Муслимова. До встречи на следующей неделе. Пока. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Let's go sunning, it's so good for you. Let's go sunning, 'neath the sky of blue.